Приветствую, друзья! Продолжаем наши сражения на полях Колумбии, на полях, в лесах, на реках и в городах. Будем сегодня делать две миссии. Тут у нас бесплатная есть миссия. Напасть на базу УБН. Уничтожьте улики. О наших планах до того, как прибудет подкрепление. Сложности. Один черепок. Бесплатно. Награда 5 тысяч. Ну что, пойдемте, нападем. Отряд, все на месте. Наш Кузя, гранатометчик. Есть также Мораль с дробовиком и два пока что абсолютно товарища таких никчемных с крестостволом и винтовкой. Ну блин, как-то так. Поехали. Так, на нас нападают агенты УБН. Уничтожьте улики о наших планах до того, как прибудет подкрепление. Слушайте, это вообще жестоко. Жестоко. В первую очередь тем, что улик-то довольно-таки много. Ну, две, даже три улики довольно-таки близко. Как близко, я бы не сказал, что они прям вот вообще близко. Три из них в здании, да? А что у нас с зоной высадки там? Ух ты ж, куда у нас еще поставили товарищи. Обалдеть. Моралес. С дробовиком, да? Сегур. Но он вот это сможет забрать. Здесь один точно пойдет, вот это заберет. Это будет, наверное, Рамос. Кузя побежит в здание. Ну хорошо, мы расставились. Давайте начинать. Давайте глянем, что по противникам. Ха! А у нас тут, слушайте, они в секреточке прямо сидит и ждет, когда я туда пойду. У нас всего 20 ходов на все это дело. И тут народу на самом деле просто куча. Нет, ну я не бы сказал, что куча, их пятеро. То есть ровно столько же, сколько и нас. Так, ну это в любом случае все меняет. Все меняет, Херера. Так, надо сперва посмотреть. Где-нибудь отсвечиваем. Там вроде нет. Здесь тоже нет. Поэтому можно особо пока не волноваться об этом. Я надеюсь, они сами подбирать не будут. Потому что если будут, это плохо. Так, Херера, ты можешь закинуть свою гранату сюда? Может. Тогда на тебе привет, дружок. Дружок, на тебе привет. УБН. Сел в угол. Рамос. С Рамос, ты знаешь, что будешь делать с Рамосом? Рамос добежит туда-сюда и проатакует. Добьет последнего этого агента. Ну, в смысле, последнюю жизнь. Держи подачу. Тут без шансов мы его расстреляли, бедолагу. Так, это все в домике там ходит, бродит. Так, Рамос. Ага, ты забрал улику, я так понял, да? Потому что рядом с ней сидел. Вот
ты крут, ты герой. Но осталось все равно 5. То есть их было 6, да? Ну, наверное. Такс. И вот теперь хороший вопрос, что делать. Во-первых, мы сидим под огнем. У нас вот этот товарищ может нашпиговать неплохо. То есть нам нужно либо куда-то переместиться, сюда, например. А либо же взять Моралеса. Блин. Засада, одним словом. Мы замор тогда отведем просто. И это будет весь наш ход. Глупо. А что делать? Так, Моралес, иди забирай Лику вторую. Мы за этим бочонком, в принципе, нас никто не спалит. Так, этот сидит уже без палева. Сколько он отошел? Вопрос. Может ли Кузи подняться сюда? Вроде как может. В доме бегают. Зараза. Так, Моралес. Вообще Моралес может вот до сюда дойти и шлепнуть этого товарища. Правда, это, возможно, вызовет некоторые проблемы. А что-то же делать надо, правильно? Иди сюда. Так. Дружок, тебе не повезло. Ну, отлично, завалили супостата. Что мы будем делать теперь? Мы перезарядимся. И, в принципе, наверное, можно вот сюда подойти. Так, слышь, домик, давай-ка ты мне как-нибудь это... Их тут двое, блин. Одним идти это опасно. Давайте, наверное, постепенно подводить еще одного нашего. Например, Кузю того же самого. Заодно вот возьмем еще улику здесь, чтобы за ней потом не бегать. Все, что осталось, это в доме 3. Так, ладно, завершаем. Ничего они не стали делать. Ну что, Моралес, ты готов? Со своим героическим дробахом, своим героическим, вот сюда вот прийти. И сделать бобо. А, УБН прибежал, пострелял. Хорошо пострелял-то, слушайте. А нас могут убить на самом деле. На самом деле нас могут убить. 6, да? Ну и мы можем убить. И нас могут. С чем второй сидит? С пистолетом. С пистолетом до нас точно добежит. Как же сделать-то по-правильному? Отсюда 4. Неплохо. А так 3.
Можно вообще вот отсюда бежать и завалить его. Но я боюсь, что нас на следующий ход убьют. Так, хромали. Так, смертельное будет. Будет. Убили гада. Нам повезло, он сидит на месте, ничего не делает. Значит, что мы делаем? Перезаряжаемся и лечимся. 4 хп с пистолета, вряд ли он с нас выбьет. А он вообще сидит на месте, ничего не делает. Потрясающе. У нас, кстати, проблема еще какая. Я не уверен, что мы имеем право его убивать до того, как мы все улики соберем. А знаете, что это значит? Это значит, нам сюда третий нужен. Так, ну у нас еще целых 10 ходов. У нас, по идее, все нормально. Так, давайте долечим Моралеса до конца. Отлично. Так, теперь нам нужен сюда третий. Ближе всего, наверное, вот этот товарищ Замор стоит. Давай, бегим. Восемь ходов осталось. Не так, чтобы много, на самом деле. Сидим, сидит, ничего не делает. Засранец. Так. Замором. Замор, замором. Прибежал замором. Давай, бдительность. Сидит, сволочь. Так, Кузя. Кузя, 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 где тебя посадить вам? Эй, 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 эй. Так, ну что я могу сказать, как-то подлагал, и у меня то ли подлагал, то ли типа сложность так сработала. В общем, не совсем понятно, что происходило, когда я должен был стрелять, но у меня почему-то все остановилось, и я никак не мог навестись на него. Но, тем не менее, один хапулечку я ему снял, меня он промахнулся. Так, и что происходит-то? Вещи происходят странные. Я вам так скажу. Совсем странное. Наверное, Кузя пойдет. Даже сюда вот. Нас стреляют. Стреляют. Мы теряем 2 хп. Блин, вот я не знаю. Вот потом переигрывать совершенно не хочется мне. Неплохо так Замора пострелял. Ну вот я его легко могу убить. Вообще легко. То есть, можно его просто закончить это задание, убив, или как? Ну вот я его убил просто ответным действием. Как это будет? Победой считаться? Не победой будет считаться? Нам нужно до конца собрать? Или что вообще происходит? Ну, мы и противников больше нет. Значит, нам все-таки нужно было все коробочки собрать. Но мы с этим, в принципе, справились. Да, вот последняя коробка. Последняя улика. Все найдено, все убиты. Получили пару пуль, конечно. Но вроде как. Без денег нам это должны вылечить. Наверное. Ну, видите, раненых 0. Эталон А.
все нормально, 5 штук нам дали. Главное, что дали очки для подразделения. Вот. Мы сейчас кого-нибудь до третьего уровня прокачаем, нам Хереро или Гереро, как его правильно. Ему всего-то 3 очка надо. Да и Замору можно. Давай, список откроем. Хереро. 19 тысяч денег. 7 очков всего у нас есть. Ну, ладно, 3 потратим. До третьего доведем. С гранатометом, значит, с гранатометом, с аптечкой. Так, ну, смотрите, можно на 2 очка ему жизнь увеличить. Это, кстати, круто. И увеличить дальность броска гранат. А вот имеется в виду из-под ствольника гранат увеличится, то есть ему прямо, или имеется в виду граната обычная. Так, бросок особо не нужно. После убийства любые союзники в радиусе 5 метров получают 1 очко здесь. Нет. Берем укрепление и дистанцию. На мой взгляд, это оптимально будет. Все, у меня в принципе можно еще Замору прокачать. Вот я думаю, а стоит ли? Стоит ли? Все-таки Узи, то, о чем я мечтаю. Хотя в отряде, конечно, должны быть специалисты любого вида. Так, а что у нас по вербовке? Все то же самое. Ну, кстати, они уже есть второго уровня, правда, стоит каких-то бешеных денег. Ну, здесь нету. Я бы взял бы, наверное, еще одного с дробашом бы. Ну ладно. Как говорится, на нет и суда нет. Ну что же, пойдемте на карту. Выполнил еще одно. Не понял. А оно что, бесконечное, что ли? Серьезно? Мы же его только что выполнили. Кстати, открыта уже ловушка для мух, но это уже в следующий раз. Ну, давайте тогда вот это платное задание выполним. Нужно отправить весточку: убейте всех грязных копов, которых только встретите. 17700. Ну, не кисло так. Давайте убьем всех. На территории появились агенты ОБН. Избавьтесь от них. Ну давай избавимся. Но для начала надо понять, где наши, где не наши. То есть у нас одна лишь зона, да? Я имею в виду зону расстановки. Что у нас тут? Так, вот один стоит. Но я думаю, что их нужно, конечно, развести. Узю, наверное, сюда поставим тоже. А здесь Моралеса с Херером. Так. Ну, пускай будет. Так, Замору вообще уберем. С винтовкой Рамоса поближе. Так, закончили. Давайте заценим, что там по противникам. Во-первых, в самом здании сидит товарищ один. Цель номер... Ух ты ж. Еще один здесь стоит. Карта-то длинная, слушайте. Вот сидит четверо, пятеро, шестеро. Это шестеро товарищей. Так, что мы будем делать? Вопрос вопросов. Ну, да.
Вообще мы можем просто в наглую сюда зайти Моралесом из дробаша купнуть этого Гондураса. Мне кажется, идея на 100. Просто на 100. Давай пока. Так, этот к нам побежал. И он нас даже видит. Слушайте, ну это сейчас было обидно, да? А у них тут подкрепление... Вот что плохо, не видно, насколько вообще противник может ходить. Вот как, что. Вот если я сейчас выйду вот сюда вот и завалю вот эту тварь. То есть как бы до меня добегут или не добегут. Так, товарищ Моралес, сюда отступаем, перезаряжаемся, и потом будем лечиться еще. С пистолетом кто-то в глушь забирается. Так, 17 ходов, да? Отдых. Ну, они там, слушай, вдвоем сидят. Было бы неплохо именно вот... Ну ладно, давайте все-таки Моралеса долечим. Надо, отбежал, зараза. Так, и осталось-то 15 ходов всего. Они еще и отступают. Их там двое. Нам, я так думаю, нужен Херера. И его замечательная граната. Разрушаемости обидно, что никакой нет. Так, и у нас сейчас в ответку постреляет, так понимаю, да? На троечку. Херера до хрена жизни. Что его это особо не пугает. Обидно. Это обидно Хереро. Хереро, Хереро, Хереро. Давайте отступим. И перезарядимся. Он в нас еще постреляет. Слушайте, это... У Херера есть аптечка вообще на 3 единицы. Так, Моралес. Иди объясни товарищу, что он в корне не прав. Что так делать нехорошо. Ну, про что я вам и говорю. Да, имеем целый отряд, но играем одни. А те трое так и сидят, и выводить их смысла никакого нет, по той простой причине, что просто не хватит времени этим заниматься. У нас осталось там 9 ходов. Так, ну что, мы можем выйти и убить вот этого, но в нас наверняка еще сможет вот эта зараза пострелять. Ну тут без вариантов, да? Атака, атака! Смертельный выстрел, давай пока. Ну и конечно постреляют. А это я чё, сейчас не попал, что ли? Слушай, ну вот это обидно. Обидно.
патрон потратился, да? Твою мать. Похромали от него. На три моего. Да твою ж то мать-то, а? Не надо было в тот раз стрелять. Просто не надо было стрелять. Выродок. Самый. По-другому я его и не назову. Он взял моего этого убил. Фу. Ну, вполне возможно, что эту миссию вообще придется переигрывать, потому что осталось 7 ходов. Ну, я тебя сейчас грохну, тварь. Держи гранату, выродок. Ну и что, он один остался? На 5 ходов. Ну, пора, наверное, в дело Кузю вводить. Конечно, Моралес вообще жаль. Опять я попал на бабки. Где он там сидит? Хрен знает, где. Ая-я! Еще какая ая-я? На троечку нанесли дамага. И в принципе, наверное, даже можем. Да, гранату. Не можем гранату. Надо ближе подойти. На ответку нарвались. Теперь ты гранату мы можем. Спасибо. Но 3 хода оставалось всего. Блин, ну Моралес. Столько денег в него было вложено, столько очков было вложено. И просто... И нет Моралес. Это обидка. На полном серьезе. Хоть бери и переигрывай. Бойцы потеряны, бойцы ранены. И все равно дали эталон А. Кстати, денег 17700 подняли. Но сейчас как раз все, что мы подняли, все уйдет на закупку товарища с дробашом. Ах, блин, ну там не повезло. Не надо было просто стрелять ответным действием. Там то ли не попали, то ли еще как. И получилось, что мы с пустым магазином, надо перезаряжаться. Эта тварь нас добила. Хотя нас и так бы добила, по-моему. Ладно, откроем список. Вербовка. И что? А с дробашом и нету. Обломитесь. Есть только... Смысл имеет только спеца взять, наверное. Ну, спецы, они, знаете, как-то они тоже не очень, конечно, они кидают прекрасно, но вот именно убивать это проблема. Это проблема. Не, ну а где с дробашом-то, какого черта? Если я возьму, допустим, вот эту вот, вот какаху, и куплю, может, вы мне тогда в следующий раз следующего дадите уже с дробашом. Ну, это издевательство чистой воды. Кузя ранен, 4000 на лечение отдать.
Это какаха вообще первого уровня. Блин. 9 очков отряда есть. Можем замору, в принципе, прокачать. Добавить навыков. О! Осколочная граната. То, что нужно. Просто прекрасно. И как раз пружинный курок, пистолет-пулемет получает дополнительные выстрелы. Просто отлично. Это, в принципе, усилит огневую мощь замора. Он, можно сказать, стал как наш Кузя. Также с пистолет-пулеметом и с гранатой. Это отличная новость. Можем еще и Рамоса прокачать. Но я не думаю, что это нам нужно. Ну, конечно, Моралеса. Писец, как жалко. Ну, прямо вот очень-очень жалко. Так, я что-то не всекаю. А почему задания-то не закрываются? Я что, могу снова туда сходить? Тысяч это мало. Если даже с дробовиком появится, он 1018 будет стоить. Давайте нам еще вот защитить актив сходим. Нам нужно денег, нам нужно много денег, чтобы нанять еще товарища с дробашом. И сейчас у нас этого дробаша как раз и не будет. 3 короткоствола, автомат и подствольник. Так, агенты УБН схватили одного из главных сикарио. Спаси его, пока они не перевезли сикарио в другое место. Это отвратительно. Скорее всего, будет время. На время, да? Что у нас с расстановкой? Ага, с двух сторон можем расставиться. У нас всех поставили с одной стороны. Один противник, он второй противник. Я так думаю, что кого-то все-таки надо с той стороны поставить. Хотя бы новичка вот этого. Чтобы он просто здесь установку палил. Так, Кузя. Кузя как раз сюда иди. Рамос, отойди. Херера, давай. Давай сюда. И четвертый где у нас? А вот он, Замур. Замаскировался, не видно ни хрена. Ну, Замур, наверное, тоже перекинем на эту сторону. Чтобы это не так скучно было. Готово. Что там по врагам у нас? Прямо впереди нас сидит один. Три, четыре, пять, шесть. Еще вот тут на этой площадке. Карта, кстати, та же самая, только с другой стороны играем. Окей. Вот тебе и окей. Где здесь заныкаться-то можно? Вообще можно. Давай шмальнем. Держи подачу. Неплохо. Неплохо. Вышел, да? Хрена себе на троечку дробовика с такой дистанции. Скотина. По-другому я его даже назвать не могу. Давайте просто тупо подойдем. Расстреляем его. Так, Херера.
Перезарядись. Я даже не знаю, куда здесь. Наверное, сюда вот пройди. Здесь один или их несколько? А, их тут вообще трое, собственно говоря. Что это может быть опасно. Мы еще и не излечены. Поэтому я, пожалуй, сперва применю первую помощь. Завершу ход. Тем более, что, как казалось, миссия не на время. Значит, можно тут спокойно работать, ничего не опасаясь. Давай, пожалуй, до сюда добежим и запулим ему гранату. Твою мать. Ну ладно, вот так можно запулить. Это не страшно. У меня для этого есть Кузьминатор. Кузьминатор. Умри, скотина. А, кстати, у него перезарядка после убийства автоматом производится. Поэтому ему очень удобно. Так. Надо вот Хереру теперь подлечить. Хорошо мы ему настреляли, наполовину ХП. Но у нас скотина также попал. Зато мы его сейчас добьем. Отлично. Кстати, не добили, у него одна пулечка осталась. Восстанавливаем здоровье. Одна пулечка осталась, но смертельная выстрел нам помог. Так. Продолжаем лечить. Можем использовать спринт. Можем использовать спринт. Вот здесь эта зараза сидит. Я бы не стал бы спринт использовать. Пускай будет убедительность. Восстанавливаемся. И сейчас будем Хереры восстанавливать, сколь они сидят, ничего не делают. Нам это только на руку. Так, перезаряжаемся. И лечимся. Лечимся. Кстати, аптечка уже отошла. Можно снова на три полечиться. И там их, кстати, очень много. Там гранату надо закинуть, да? Так, все. Значит, Кузьминатор. Вот, тут отлично есть позиция, с которой можно будет работать. Ну-ка. На три. А почему только на два-то? Ага, задергался. Почему только на два? Что за... Что за несправедливая несправедливость? Я тогда сейчас из гранатомета брохну, зараза. А ты еще, ну, думал. Держи. Великолепно. Этот туда-сюда бегает. Ну, нехай. Так, перезарядимся. Так, Кузя. Кузьминатор. Выделись, ты чё?
На, мы еще ход надо было завершить. Так, ну наверное, сперва вот этим товарищем пойдем. Засадим ему гранату для начала. Для порядка. Я так думаю, что он сейчас снова выбежит. Просто пока что изминатора подведу сюда. Так, а что случилось? Какая-то заставка пошла, друзья. Фига себе. Вот это номер. А вот это я не ждал. Так, ну давай поднимемся. Так, ну я надеюсь, его сейчас не грохнут. А будет обидно. Что ты выбегаешь? Да, он выбежал, как обычно. Значит, сейчас получит гранату в свое распоряжение. Это будет здорово. Мы вот отсюда не попадаем. Надо чутка сменить с позицию. О, великолепно. Держи. Шикос. Не понял я сейчас. Не, реально не понял. По какой такой причине? Так, добраться до точки сбора. Я типа с ним должен, что ли, дойти до этой точки сбора? Кто у нас там в агентах? Какой-нибудь Пенни, что ли, находится? Этот неубиваемый неубивашка или что? Или как? Okay. А, вот, все, он побежал, короче. Uh-huh. Ага, Варгас. Не помню такого сериала. Дикий Варгас. Что за Варгас? Ух ты ж! А там еще прибежал один дружок. Второй дружок прибежал. Третий дружок прибежал. А вы не охренели часом? Короче, я понял, надо валить как можно быстрее, пока в нас не начали стрелять. Угу. Ага. Но ему еще хода 2 потребуется, чтобы это сделать. Я надеюсь, там без стрельбы вы как-нибудь обойдетесь. Потому что если со стрельбой, меня там всех перебьют. А ну и, собственно, угу. Все. Угу. Ага. Угу. Ага. Нормально. А, все-таки решили пострелять, да? Классно. Ну, а мы добрались до точки. И миссия успешно завершена. Правда, напоследок мне там ранили бойца. Очень страшно. Сволочь, одним словом. Просто сволочь. Так, резюме. Боец один ранен, эталон А. Ну, 18400, денег заработано. Подразделению 5 очков дали. Сигура ранен. Шут бы с ним. Так, мы можем Рамоса докачать 2 очка, всего надо. Но мне больше интересно, появился ли дробовик. Поскольку без дробовика... Я не туда и не сюда. Ни хрена нет. Вот и что делать. Нет дробовика. Как мы выяснили, покупать, в общем, просто ждать надо. Так, ну тебя лечим за 2000 там. А, Рамоса докачиваем до 3 уровня тоже. Что мы тебе будем брать?
Так, двойное нажатие. При убийстве врага дается плюс одно действие. Один раз за ход. Ну, точно спортсмена берем. Плюс два к перемещению. Это всегда полезно. Бросок. Но бросок, кстати, тоже вещь хорошая. Чем она хорошая? Она не может быть прервана ответным действием. Это просто вот лепота. То есть пробежать под носом противника, который там где-то на нычке находится. Что может быть лучше? На это пос... А, нет, это последний. Да, вот так возьмем. Будешь у нас спортсменом. Ну и все, мы уже выкачали всех. Можем Сигуру начать качать, но я бы хотел дождаться все-таки дробовика. Хух, ну вот такая, друзья, серия. Повоевали сегодня знатно. Я, конечно, немного удивлен, что вот эти миссии, они на постоянку остаются. Я попытаюсь, наверное, еще повоевать. С деньгами, кстати, непонятно. Вроде бы столько заработали, а денег 20 осталось. Хотя мы их вроде бы и не тратили. В общем, ничего мне не понятно. Но я еще, наверное, побегаю по этим миссиям. Постараюсь без потери. В общем, просто тупо хочу дождаться, когда мне дадут возможность взять дробовик. Возможно, вот на эти легкие миссии побегу. Главное, чтобы еще кого-то не потерять. В общем, ждем дробовика, и в следующей серии уже пойдем в следующую сюжетную миссию, ловушку для мух. Как-то вот так, друзья. Так что ставьте лайкосы, пишите комментосы, дизлайки тоже ставьте, кому это необходимо. Вот. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Всего хорошего. Пока-пока.